eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Всем привет, друзья! С вами студия Castle TV, и Страйк вернулся наконец-то в студию, и мы продолжаем наблюдать за матчами Star серии. Напомню, сегодня уже было сыграно довольно-таки немалое количество матчей, а именно три игры мы с вами наблюдали, точнее две со мной и одну с Тауфиком Хидри. Надеюсь, вам очень понравилось. Тауф возвращается в Counter-Strike, это не может нас, конечно же, не радовать. По-прежнему мы ждем начала этой замечательной встречи, онлайн-босс против Aces. Матч должен, по идее, быть очень-очень ровненьким, потому что эти команды являются аутсайдерами 9-го сезона Star серии. Ну вот, если онлайн-босс уже есть очки, то Aces, сыграв 7 матчей, по-прежнему не заполучили даже ни одного очка. Ну вот мы в надежде, что это произойдет, может быть, сегодня. Соперник как никогда подходящий. У Aces вообще, на самом деле, только сейчас формируется состав, и команда еще даже не полностью укомплектована. Сегодня общался с Киберфокусом. Называл я его русским игроком. На самом деле парень из Беларуси и является молодым дарованием, которое было одобрено старичками из Aces и сказали, что Киберфокус, ты нам подходишь. И также проходит тестировку, или я не знаю, как это по-другому назвать, но, скорее всего, Хейка также станет официальным игроком команды Aces. Пока он только на краш-тесте. И вот выдержит ли такую нагрузку в лице команды Online Bots, мы сегодня с вами постараемся узнать. По-прежнему где-то пропали тузы, нет их на сервере. И вот Егор уже угрожающим голосом пишет, что через минуту игра начнется. В любом случае, будут ли на сервере тузы, или даже если будут по-прежнему стоять АФК на базе. Но вроде бы тузы зашевелились, это не может не радовать. Куда-то пропал их пятый игрок, а именно Киберфокус, тот самый парень из Беларуси. В данный момент отсутствует на сервере, но я думаю, вернется в ближайшие пару секунд. Так, ну вот в параллельном матче у нас идет невероятная заруба между Virtus.pro и командой NIP. Счет 17-16 на дополнительных раундах. Пока вроде бы лидируют поляки, если не ошибаюсь. Ну и, собственно... А нет, 17-16 за НИПами. Вот спасибо артисту за предоставленную информацию, которую я с удовольствием прочитал, потому что поставил в этом матче на НИПов. Вообще НИПы вели со счетом 13-4, и мне казалось, что на сезоне все закончится без шансов для польской команды, но все-таки парни подсобрались и дали камбэк. Все-таки это Virtus.pro, действующие чемпионы EMS One Katowice, и, собственно, одна из сильнейших команд на просторах CSGO Global Offensive. Так, ну мы по-прежнему ждем боевых рестартов. И
продолжаем наблюдать за разыгровкой команд. Ну вот пропадает еще и еще один игрок команды Aces. Что происходит? Хейка пишет, нет, это не ГГ. Ну и что же, как, куда же дели парни? Так, у одного ребутится интернет, у второго ребутится Counter-Strike. Ну вот, неподходящее время выбрали парни для того, чтобы перезапустить интернет и КС, но мы подождем. Мы подождем. Мы подождем, спешить нам некуда. В принципе, я думаю... Хотя этот матч обещает быть интересным, что гарантирует нам большое количество сыгранных раундов. Вот на примере предыдущей встречи LDLC против команды GamePub понадобилось всего лишь 19 раундов, дабы определить победителя. Счет 16-3. LDLC полностью показали свою доминацию над сербской командой и отправили их домой с разгромным счетом. Так, вот возвращается Тиксон. Ну, и осталось дождаться Киберфокуса, который, скорее всего, ребутит свой интернет. Наверное, какие-то проблемы с коннектом. Но я надеюсь, все-таки все будет нормально. Так, ну вот 5 секунд, и найф-раунд начинается. Это информация от нашего судьи. Вроде бы больше ждать мы не собираемся. 12 минут после анонсированного времени прошло, в которое должен был начаться матч. Ну и, собственно, да, в составе из 4 игроков Aces будут начинать найф-раунд. Киберфокус на последних секундах успевает прийти на помощь своим тиммейтам. И давайте посмотрим за найф-раундом. Так, 18-16. Все ближе и ближе. Моя ставочка должна сыграть. Сегодня подставила меня команда HellRaisers. К сожалению, убедили меня парни переставить $20 на команду LDLC в матче против команды Fnatic. Я считал Fnatic'ов действительно сильнее в этой паре. И с учетом того, что у LDLC уже было 3 поражения в рамках Star серии, шансы на выход на ван-финалы были минимальны. А Fnatic'ам надо было эта победа просто кровь из носа. И вот только из этих соображений поставил на Fnatic. Но потом казах и его ребята все-таки смогли меня переубедить и сказали: ты что, это же французы, это онлайнеры. Это онлайнеры. И я поставил все на команду LDLC. Ну, короче, беда, печаль, но надеюсь, хоть не пуй меня сегодня не подведут и смогут все-таки додавить команду Virtus.pro на карте The Season. Ну что ж, наконец-то начинается наш матч. Пистолетный раунд, онлайн-ботс. Нет, это... А, нет, только что пропустили найф-раунд, я, к сожалению, пропустил. А, вот, Дотс написал стей, значит, онлайн-ботс выиграли найф-раунд и будут начинать в защите. Это интересно. Тем интереснее будет наблюдать за стараниями команды Aces. Посмотрим, что парни приготовили в атаке на трейне. Ну и, как видим, пистолетный раунд. Будут выходить зелени под дымок от торнадо. Литл будет пытаться нашуметь наверх-вниз у команды онлайн-ботс, укрепление Бэплента, и будут давить Чети на зелени. Чети есть первый минус, также уверенно забирает. Ой-ой-ой, что творит Чети на зелени? Просто без шансов. Становил Хейку, Сайберфокуса и Тиксон Зубиля. В живых остается Литл и Торнадо, и у нас подвисает сервер. Вот не знаю, что это происходит. Это лаг на трансляции, это пауза на сервере или что-то другое. Ну вот, пока вот, к сожалению, никакой информации нет. Я постараюсь посмотреть, не отпал ли у меня провод. Провод на месте, интернет работает. Все отлично, трансляция идет. Значит, какие-то проблемы с сервером или все-таки пауза. -16. Победа команды NIP. Уху. Ну, хоть так. Хоть так, друзья. Хоть что-то меня утешило в этом всем вечере. Ну, смотрим. Пистолетный раунд продолжается в ситуации 2 в 5. Торнадо и Литл выходит на бэпуэнт. Литл падает. Торнадо на последних секундах постарается поставить бомбу, и это ему удается. Хеликс забирает ставящего бомбу оппонента и тем самым выигрывает первый раунд для команды Online Boss. Ну что же, уверенное начало от эстонцев. Хеликс 2 минуса на закрытой. Чети просто безупречная игра при приеме зелени, и Aces проигрывает пистолетку. Артист 1500 потерял. Ого-гошеньки. Ну, да, тебе не так, наверное, приятно, как мне. Я выиграл всего лишь 15 баксов value. Ну, а вот ты проиграл гораздо больше. Ничего страшного. Отыграешься.
ставки вещь такая, только азарт, азарт, азарт. Итак, эко-раунд команды Aces на открытый плент. Фейт забирает торнадо, ну просто за секунду рассыпались все игроки тузов, и только Тиксон на морозе просто успел поставить бомбу. Ну, задача минимум выполнена. Тиксон забирает еще и Фейтса на крыше, выбивает один девайсик из команды OnlineBots. Ну и в третьем раунде мы увидим полноценный бай от тузов. В двух раундах, а именно в пистолетном и во втором, поставили бомбу, что гарантирует невероятно большое количество денег в третьем. И даже есть вариант, что будет АВП. Вот у Тиксона как раз таки есть 5600, и он покупает снайперскую винтовку. Кто будет играть с АВП? Ну, я так понял, оно дропается Литву. Нет, это Киберфокус. Ну, а вот и интересный момент. Давайте смотреть, как же Киберфокус. Сегодня он мне скидывал свои хайлайты, кстати, в матче против все тех же OnlineBots на карте Мираж. И с ВП в перемычке сделал три, ну, действительно крутых минуса. Посмотрим, получится ли повторить успех на карте Train. Ну и смотрим. Расходятся парни 2-2-1. Торнадо в десяточке. Литл и Хейка будут контролировать вверх-вниз. Все это дело занимает Дотс. Чети по-прежнему ответственны за зелень. Ну, пока неплохое дымление у команды OnlineBots. Ну и смотрим, что же тут будет происходить у нас. Затишье перед бурей намечается. Ну и первый экшен. Первый экшен. Где же ты будешь? У Нуги очень интересная позиция под выходом из десяточки. Вообще, у эстонских парней укрепление Апланта Хеликс одного оставляют на Б-планте вот в такой вот позиции. Пытается собирать инфу по занимающим тройку игрокам команды Aces, но пока тишина, что позволяет оставаться вчетвером на Апланте. И ой, как же плохо все это может закончиться для тузов. Киберфокус с АВП уходит в зелень и перетягивается... За бомбу подбирает ту самую бомбочку в десятке. Ну и теперь очень ответственный момент у Нуги. Итак, Нуга. Если выпустит двоих игроков из десяточки, но есть первый минус, Фейс поддержал. И просто один за другим падают тузы. В живых остается только Лито. Второй минус в раунде. Забирает Додза. Первый сделал Киберфокус. Ну и 3-0. Никаких проблем у OnlineBots. В первой оружейке от тузов не возникло. Так, ну и сразу же экономически наступает у команды Aces. Смотрим, что будет здесь. Пойдут к Хеликсу. Но тут неплохая нашифровочка. Гранатами встречает команду Aces. Никого пока не пропускают, но удастся ли сделать хотя бы минус тузам. Итак, Литл постарается 6% здоровья сделать хотя бы минус, но этого не дает сделать Дотс. 3 минуса от Дотса, 2 от Хеликса, и 4-й раунд падает в копилку команды OnlineBots. Да, все-таки эстонцы пока выглядят сильнее своих оппонентов. Но это сторона дефенса. Что будет после смены сторон? Но до этого еще далеко. Надо доиграть 11 раундов. Команде Aces взять хотя бы парочку в атаке. Киберфокус замечает проходящего под низ. Ой, точнее, под верх-низ. Додза не попадает, потому дым от Додза и стали тузы. Стали в десяточке. Точнее, наверхне. Да и что же? Дос. Ой-ой-ой. Ну вот, стоят тузы и не знают выходить. Выходит один торнадо. Дальше пойдет Хейка. И Хейка также умирает. Ну, действительно, пока что-то раунды не ладятся у команды Aces. Все задумочки довольно-таки просто пресекают Нуга и компания. Нуга. Третий минус в раунде забирает Литва. Киберфокус, СВП. Статрек Казимов в руках. Ну нифига ж себе. Парню 15 лет, а вот такой вот девайсик уже обзавел. Точнее, нет, подождите. 95-го года рождения. Это сколько получается? 5... Ой, так это 19 лет Киберфоксу. Не такой уж молодой. Но в сравнении с другими профессионалами, которые играют в топовых командах, парням 25-26, в его коллективе даже, вот, точнее, в команде Aces, старички такие, как Литл, ну, не знаю, сколько возрасту... Как, да, сколько же лет торнадо? Вот надо, кстати, посмотреть всю эту информацию. Будет полезно. Но сказал он, что у него играют дядьки в команде.
И не всегда получается плотно тренироваться. И это сказывается, собственно, на результатах команды Aces. 7 игр в рамках стар-серии и 7 поражений. Вот сегодня 8-я, и поражение, по-моему, также не избежать. Онлайн-ботс уверенно начали на карте Train в первой половине и берут раунд за раундом. При этом не используют снайперской винтовки. Хеликса одного оставляют на Б-пленте и спокойно контролируют А. Но вот сейчас все по-другому. На помощь Хеликсу приходит Дотс. Но выход на открытую. Чети открывает счет фрагом. Нуга. Второй минус. Хеликс будет заходить в спину. Но помощь пока не особо нужна. Но в итоге, смотрите, неплохо разменялись. Дотс роняет Литва. Ситуация 2 в 1. Хеликс заходит в спину, но Тиксон все это контролирует и перестреливает Хеликс своего русского оппонента. 6-0. Ну вот, наконец-то удалось Тузам хотя бы сделать какой-то размен при выходе на аплент. Сделать 3 минуса, оставить красными одного игрока. И вот с Хеликсом практически разобрался Тиксонвилл и был в шаге от того, чтобы взять первый раунд. Но Хеликс не сплошал и взял по-прежнему 6-й раунд подряд для команды OnlineBots. Дотс на закрытом пункте забирает Хейку. Киберфокус также падает от Хеликса. Но вот почему-то парни действуют по одному и этим пользуются. Эстонская команда Торнадо на открытом пункте делает 2 минуса. На крыше знает, что есть Фейт. Как из этой ситуации выйдет Фейт? Какие 2 хедшота от Фейтса! Забирает уверенно Торнадо из вертухи. Просто без шансов вырубает еще и Тиксон. Нет, это был не Тиксон, это был кто-то наверхниз. Это, походу, был Литл. Короче, это было просто жестко. Это было невероятно жестко. Продолжают закупаться онлайн-ботс. Уже проиграли 7 раундов к ряду. Что позволяет, конечно же, закупаться. Ну вот, во вчерашнем матче против команды Fnatic Aces также часто вот закупались Литл. Вообще, по-моему, с экономикой на «ты». И вот как только у парня 3500, он говорит: «Да, я готов, покупаем». Чети, первый минус в этом раунде, забирает Торнадо. Дотс падает от Тиксона, выходят на открытый плент игроки команды Aces. Ну вот, давайте, если... Ой-ой-ой, Тиксон в дыму находит Фейтса. Опасность для команды OnlineBots. 2 красных игрока плюс Хеликс. Хеликс десятки, Чети забирает киберфокуса. Ну и в итоге ситуация 3 в 3. Хеликс минус Тиксон уверенно забирает Хейку и Литова. Один против двоих красных игроков команды OnlineBots и Нуга. На дальнем расстоянии скальта просто без шансов врубает последнего игрока команды Aces. Ну что ж, тузы, пора бы подсобраться. У киберфокуса появляется АВП, и он постарается его реализовать. Так, ну вот как раз таки соперником для киберфокуса будет Чети. Ну и почему же уходит? Ну вот не совсем непонятно действие. Но там отдымление от эстонца, вы, по-моему, киберфокус просто понял, что не дадут ему шанса даже постреляться с АВП. Тем временем произошел у нас размен. Дотс упал у команды OnlineBots. Умер также Торнадо. Ну и, собственно, ситуация 4 в 4. Продолжают тузы стараться взять хотя бы один раунд в атаке. Пока этого сделать не удалось. Серия из 8 раундов для OnlineBots к ряду. Это, конечно же, круто. Итак, Хеликс зачекал игрока, а именно Литва, на верхней волне. Ну и куда же пойдут у нас тузы? Как видим, раскидка закрытого плента, но выходить будут на открытый. Почему-то на проверку верх-низ отпускают киберфокус с АВП. Ну вот что же, жертвуют парнем. Не побоялся киберфокус. Итак, с АВП сделает ли минус? Чети, минус Торнадо, Хейка забирает Фейтса. Точнее, Чети забрал Тиксонвилля, а вот Торнадо, ну... Даже не успел выстрелить киберфокус. Неплохо мансуют эстонцы и берут 9-й раунд подряд. Крах команды Aces. Ну что ж такое? Надо взять хотя бы один в атаке. Неужели у нас будет просто разгромный результат? Напомню, в этом сезоне команда OnlineBots, они же бывшие Miami Gaming, один раз уже проиграла со счетом 15-0 на карте Nuke за сторону дефенса. И теперь постарается
реабилитироваться на парнях из команды Aces. Ну и шансы у них даже очень хороши. Тиксонсвилл остается один против пятерых, забирает двоих, но Нуга пресекает попытку сделать эйс русскому игроку. 10-0 по-прежнему без раундов остаются тузы. Что же творится? Что же творится в этом матче? Очередная закупка тузов и попытка взять первый. Торнадо быстренько выходит в десятку. Будет раунд 3-1-1. Торнадо уже под окнами. Ловит гранату под ноги. Вторая залетает. Торнадо также под ноги. 60% здоровья лишился Торнадо при попытке занять агрессивно окна. И вот так вот Чети хладнокровно наказывает русского игрока. Что дальше? Чети на зелени зачекал троих выходящих по зелени игроков команды Aces и готовы их принимать. Флешка в лицо сразу троим. Что будет дальше? Чети падает от киберфокуса, но дальше вступает в игру Фейт. Забирает киберфокуса, минусует Хейку, и только Тиксон дает минус в ответ. В итоге 2 в 3 ситуация. Литл наверх-вниз, Тиксон звели на зелени. Против Додзе, Хеликса и Нуги. Постараются парни взять первый раунд и прервать победоносную серию команды онлайн-босс. Итак, Литл. Есть первое интересное действие со стороны игрока команды Aces, но дальше все по сценарию онлайн-босс. Хеликс забирает Тиксона, и последний минус в этом раунде делает Додз. 11-0. Тузы по-прежнему с нулем. Так, что за чудо-нашифровка? 4 игрока спускаются наверх-вниз и готовы выходить на открытый плен. Первый минус от Нуги, забирает Хейку. Фейт, минус Торнадо. Дальше опять-таки же только минусы от команды онлайн-бот. Живых остается Литл. Продолжает бороться Литл, но здесь все под контролем у Хеликса. Граната под ноги Литву и чудом выживает русский игрок. Бомба у Хейца, и он напоследок забирает еще элиту. 12-0. Три раунда до конца первой половины и три раунда до сухого счета на карте Train. Да, вот все-таки я ожидал от тузов, что парни смогут побороться. Команда из Эстонии является на данный момент не таким уж и грозным соперником, но тузы не могут разобраться и с ней. Киберфокус. Вторая граната под ноги и падает снайпер команды Aces. Так, ну в итоге размены 2 в 2. Литл, какой хедшот. Дважды вырубил практически с первых пуль своих оппонентов. Выводит свою команду в численное преимущество. Ну и когда же, если не сейчас, брать первый раунд? Дот на крыше. Перестрелка с Хейкой. Где Хеликс? Где Хеликс? Хеликс только сейчас приходит на помощь своему тиммейту. Пауза after this. Never mind, пишет Нуга. Значит, все-таки пауза не понадобится. Итак, бомба по-прежнему не стоит. Минута до конца. Дотс уже вот на такой позиции и ждет установки бомбы. Хейка минус Дотс. Хеликс один против троих, красные хелсбары. И это первый раунд для команды Aces. Но неужели парни собрались и наконец-то размочили счет в этом матче? Тиксон ставит точку, и да, это первый раунд для тузов на карте Train. Фнатик VS Virtus Pro нет, не ставил. К сожалению, уже просто-напросто не хватило дорогостоящих скинов, а вот какую-то якийственный потреб ставить не захотелось, поэтому пропустил этот матч. Жду, вот когда будет выплата против Zanip VS Virtus Pro. Так, ну что же, последние раунды, остается их всего два. Чети на зелени опять-таки же начинает с open фрагов, забирает киберфокуса и Тиксонсвилля, но Хейка отвечает также двумя минусами на открытом пункте. Тем временем Литл и Торнадо. Где же Торнадо? Торнадо под окнами, Литл вообще выходит в спину. Торнадо должен ждать как можно дольше, дабы дать время пробраться Литву. Но Хеликс все контролирует, спокойно забирает Литва. Торнадо. Ну, как же так неуверенно стрелять по Нуге? Нуга даже не понимал, где находится последний игрок команды Aces, но с невероятно большими трудностями Торнадо все-таки сделал третий минус в этом раунде для своей команды. Оставшись один против двоих, подбирает бомбу. Постарается ее установить на открытом пленте, но здесь вроде бы все контролирует
Dots и Helix. Или нет? Или не все? Итак, Dots. Просто на прицел к нему находит торнадо. Helix должен вступать в игру. И вот таким вот пиу-пиу забирает последнего игрока команды ACES. 13-1. Не дают закрепить успех онлайн-ботс своим оппонентам. У ACES на последний раунд. Force buy. 1 АКМ, 2 Галива, 2 Дигла у Хейки и Тиксензвиля. Ну и парни постараются взять второй раунд в атаке. Проиграв пистолетку, можно смело писать ГГ. Тузы это прекрасно понимают и постараются сделать максимум. Итак, Helix слышал, как наверх-вниз спускается команда ACES. Helix идет по стопам своих оппонентов. Тем временем на открытом пункте. Ой-ой-ой. В ряд просто забирает двоих. И Dots делает последний минус. 14-1. Вот такой вот счет. В первой половине на карте Train в матче онлайн-ботс против команды ACES. Итак, статистика на ваших экранах. Киберфокус 4 на 15. Торнадо 3 на 15. Хейка также 4, но на 14. Литл 11 на 14. 12 на 14 у Тиксенвилля. И это фраг-лидер команды ACES. Онлайн-ботс. Чети, который в пистолетном раунде сделал 3 шикарных минуса на зелени, так и остался на лидирующих позициях. 17 на 7, 40 очей у Чети. Dots 15 на 6 и Helix 16 на 2. Два раза за всю сторону, всю первую половину умер Helix. Ну, такого, это, наверное, какой-то сурвайвал от Хеликса. Пособие, как надо выживать на карте Train против тузов в атаке. Эта запись появится на Ютубе, и вы сможете посмотреть, что же делал Helix. И что способствовало вот такому вот, такой вот живучести от эстонского игрока. Итак, счет первой половины 14-1, и онлайн-ботс, взяв пистолетный раунд, ставят... Расставляют все точки над «и», определяют победителя в этом матче. Но проиграв его, может быть, если все-таки смогут дать хоть какой-то камбэк, но я в это что-то не верю после вот такой вот разгромной первой половины. Итак, быстрый выход по зелени от Чети и компании. Чети, есть опенфраг, забирает торнадо. Дальше в игру вступает Хейка. Не попадает со своего USP Tactical. Итак, Чети будет давить дальше. Чети второй минус в раунде. Забирает киберфокуса. Постарается сделать третий. Да, третий минус дается Чети. Две пистолеточки и два раза по минус три от Чети. В итоге Литл один против троих. Фейтс, Хеликс и Нуга. Плюс поставленная бомба на открытом пункте. И Литл не собрался. Не собрался на максимум и не смог взять вот такой вот сложнейший и важнейший раунд для своей команды. 15-1 и... ГГ. Однозначно ГГ в этом матче. Никаких вопросов о камбэке быть не может. ACES не по силам будет отыграть 14 раундов у команды онлайн-босс. Следующая игра, за которой будем наблюдать, это заруба между командой Кураж и клан Мистик. Блэйд и его команда постараются перевернуть Хартса. Противостояние, ну, наверное... Двух принципиальных соперников. У Блэйда есть зуб на Хартса за 2007 год, за ВЦГ в Сиэтле. Постарается он отобрать у Хартса как можно больше очей в рамках 9-го сезона старт-серии. Ну а мы за этим будем с удовольствием наблюдать. Итак, на эко-раунде ACES постарались, решили устроить переворот. И посмотрите, какие три шикарных минуса от торнадо. В живых остается только Фейтс. Один против четверых, бомба не стоит, и Фейтс... Ну, я не знаю, надо отдаваться и быстрее проводить два экономических и брать тот самый один необходимый раунд для победы в этом матче. Фейтс заметил Литла, но минус сделать не сумел. 15-2, первый матч-поинт отыгран. Неужели собралась тащить команда ACES? Отдав ничью своим оппонентам при счете 15-1, ACES решили тащить. Смотрим. Смотрим дальше. Все у нас, оказывается, только начинается. Мы уже думали, тут конец, а тут... Ого-го, камбэк от ACES. Киберфокус на зелени готов принимать выход
онлайн-ботс именно на эту позицию. Ну и давайте посмотрим. Первая перестрелка не внушает доверия. Ну и пока Киберфокус забирает с трудом Хеликса, при этом остается красным. Ну вот своевременно приходят на помощь тиммейты и помогают своему новобранцу. В живых остается только Чети. Чети забрал Хейку. Ну и на этом его подвиги закончились. 15-3, второй матч-поинт отыгрывает команда Aces. Киберфокус меняет свой девайс на АВП. Постарается разыграть свою снайперскую винтовку. Ну, а я за этим буду пристально наблюдать. Киберфокус. Есть у него оппонент на зелени. Это Нуга. Он же нож. Торнадо тем временем открывает счет фрагом в этом матче. Литов поддержал. Ну и Киберфокус. Наконец-то мы дождались минуса. Но тут как тут Нуга его наказал. Нуга подбирает АВП Киберфокуса. Постарается как можно больше сделать минуса в этом раунде. Но, видим, все под контролем. У команды Aces Тиксон на пару с Литвом забирают последнего эстонского игрока. Тем самым отыгрывают еще один матч-поинт. Ну и теперь полноценный бай у эстонской команды. Смотрим. Раскидка открытого пунта, при этом... Эстонские ребята никуда не выходят. Жестко закидали. Но вот Хейка, который занял верх-низ, должен давать информацию, что именно на закрытый плент массово мигрирует команда онлайн-бот. Стиксон тем временем вместе с Литвом на пару остановили просто без шансов выход на закрытый плент. И отыграли четвертый матч-поинт. Неплохая серия из четырех раундов подряд от команды Aces. Насколько хватит парней, это уже интересно. Какие-то проблемы у Хеликса. Четти, Фейтс, Нуга и Дотс бегут на закрытую. А вот Хеликс продолжает стоять на терпском РСПе и ждет вот непонятно чего. Только сейчас начал двигаться. Итак, вроде бы без особых проблем выходят на закрытый плент. Онлайн-бот. Фейтс, два минуса. Но дальше все по сценарию команды Aces. Хеликс подбирает кольт и успевает забрать еще и Литва. Но вот все-таки не без проблем. Тузы взяли пятый раунд подряд. И отыграли очередной матч-поинт. Так, сколько их осталось? Еще 9 матч-поинтов подряд надо отыграть Aces, дабы заработать первые очки в рамках 9-го сезона Star серии. Два-два-один от команды Aces. Два верх-низ, два зелень. Один игрок на десяточке. Ну, ой-ой-ой. Киберфокус открывается. Но вот дальше опять-таки же все по сценарию команды онлайн-ботс. Тиксонсвиль вместе с Литовым вдвоем против четверых игроков Aces. Тиксон выходит с тупиков, точнее с бани, и постарается сделать первый фраг. Да, забирает ногу, но тем временем падает Литов. Бомба стоит. Невероятно большие проблемы у Тиксона. Как тащить такой раунд, я не имею малейшего понятия. Скар в руках, и, скорее всего, это ГГ. ГГ. Дот ставит точку в этом матче. 16-6. Aces все-таки поборолись во второй половине. Отыграли 5 матч-поинтов, но этого недостаточно для того, чтобы заработать хотя бы одно очко в рамках 9-го сезона Star серии. Далеко не разбегаемся, я ухожу на рекламную паузу, ну а следующий матч, за которым будем наблюдать, это заруба между Клан Мистик и командой Кураж.